В Одинцовском городском округе проходят шестые по счету военно-патриотические семинары для участников военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Уже завершилась первая смена, где ребята получили возможность реализовать свой творческий потенциал и лидерские качества. Участие в ней смогли принять более 200 юных патриотов Подмосковья. Ребята прошли различные образовательные программы, а также комплекс испытаний, направленных на физическое развитие.